Светофоры на отдыхе. Сегодня утром они были отключены на нескольких крупных перекрестках Тюмени. Водители к этому оказались не готовы. Уже через 15 минут на место приехали сотрудники ДПС. Движение восстановили. Добавим, отключение трехцветных регулировщиков было связано с плановыми работами энергетиков. Флешмоб велосипедистов. Сегодня молодогвардейцы бросили свой транспорт прямо посреди улицы, в самом центре города. Активисты так решили наглядно показать, как могут мешать оставленные где попало байки. Однако из-за погоды любителей велоспорта на акции было немного. После флешмоба участники разъехались собирать подписи, чтобы затем передать их в администрацию города. Они требуют организацию специальных парковок. Звезда ВКонтакте. Тюменская группа «Стрэнджер» пытает удачу в конкурсе известной социальной сети. Там музыканты со всей России выкладывают свои композиции. С помощью онлайн-голосования определяется сотка лучших. Наши пока 69-е. Продюсеры выберут самых талантливых и начнут раскрутку. Тюменские ребята уверены, ВКонтакте их шанс.